Стоматологическое отделение Института травматологии и ортопедии имени Вредена по адресу улица Академика Байкова, дом 8, оказывает все виды стоматологических услуг. Компьютерная 3D-дентальная томография на уникальном, единственном в городе аппарате Планомека ProMax 3D Max, с помощью которой возможно быстро и качественно с низкой лучевой нагрузкой установить точный диагноз, составить детальный план лечения, создать трехмерный шаблон для дентальной имплантации. На базе института возможно выполнение всех диагностических исследований, необходимых для проведения качественной подготовки пациента и оказания квалифицированной высокотехнологичной помощи, а также профессиональная гигиена полости рта, терапия и лечение зубов, исправление прикуса, протезирование и хирургия, удаление зубов, имплантация, все виды операций на челюстях. Все хирургические и лечебные манипуляции могут быть выполнены в условиях стационара под общим наркозом. Справки по телефону 670-86-79, а также на сайте doghelp.ru.